60 тонн крови в год сдают добровольцы в Новосибирской области. В региональном клиническом центре сегодня отметили Международный день донора. Тем, кто сдает кровь уже не первый год, выразили письменную благодарность. Тему продолжит Андрей Кугатов. У людей, которые сменяются на этих кушетках, врачи каждую минуту забирают около 100 мл крови. Этот уникальный органический материал нельзя искусственно воспроизвести. Наталья Калиниченко – почетный донор. Это ее 68-я кроводача. Мы все живем и все зависим друг от друга. Неизвестно, что с нами будет завтра. Может быть, мне понадобится чья-то кровь. В организме взрослого человека циркулирует около 4 литров крови. За один раз донор может сдать не больше 450 миллилитров. Это примерно 10%. В операционной внимательно следят за самочувствием добровольцев. У тех, кто сдает кровь впервые, от волнения может возникнуть головокружение или слабость. А вспомните вашу первую донацию, какие ощущения? Очень было страшно. Это было 18 лет перед самым Новым годом. У каждого есть своя боязнь. Я иногда побаиваюсь игл и все. И как бы перебариваю свой страх. Тех, кто хочет сдать кровь, тщательно обследуют. Требований и правил много. Не курить за 3 часа, за несколько суток отказаться от жаропонижающих средств, алкоголя и жирной пищи. Перед процедурой доноров поят чаем с печеньем. Количество крови, которую сдают новосибирцы, полностью покрывает нужды больниц региона. Пандемия на самом деле не влияет на донорскую активность. Это большой плюс. И огромное спасибо нашим донорам, что они такие активные, их не пугает ничего. Кровь разделяют на тромбоциты, плазму и эритроциты. Пациенту переливают именно тот компонент, в котором он нуждается. Например, при обширных ожогах человеку необходимо переливание плазмы, а женщины при осложненных родах нуждаются в эритроцитах. Поэтому донор спасает не одну, а сразу несколько жизней. Когда приходит смс, что ваша кровь перелита пациенту, в последнее время они часто стали приходить, очень приятно. Новосибирская область ежедневно нуждается в 50 литрах донорской крови. После каждой кроводачи добровольцы получают 2 отпускных и компенсацию питания. Тех, кто сдает регулярно, государство награждает знаком «Почетный донор». Для этого достаточно 40 кроводач или 40 спасенных жизней. Андрей Кугатов, Андрей Руднев, новости ОТС.